Как ты согласился работать бесплатно? Да не бесплатно. Женщина по телефону сказала, что можно оставить себе все, что найдем. А тут могут быть ценные вещи. Самая ценная вещь, Сэм, реальные деньги. Займемся делом. Пошли. Нашел это на чердаке. Так, посмотрим. Может, та штука ценная? Прилипла. Мы нашли сундук с сокровищами. О, доставай его. Это джекпот. Офигенно. Тут целая потайная комната. Я же говорил, что найдем сокровища. Давай, помоги мне. В нем точно золото, бриллианты и биткоины. Биткоины – это криптовалюта. Не настоящие деньги, а виртуальные. Вообще-то, крутая штука. Сперва их нужно намайнить. Можешь не нудеть, а помочь.